Едем искать черный отрезок трассы. О, вау, 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 па, 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 па. Вот сюда надо теперь. Вот сюда. А, тут вот. О, тут мокро. А, вот на дорогу. Вот, нашел. Или не наш? Нашел! А, блядь! Хрена себе! Да. И, блин, как теперь подняться? Я не могу подняться. Ты контроль потерял, да, здесь? Не, ну это реально черное. Это вам не какая-то там серая буромалиновая. Не, если бы я не перетупил, можно съехать. Бля! Это мы со львом приехали смотреть черную трассу. Черная пенька. Давай слазь, что развалился, бля. Ты мне цепь снял. Ну что, лежишь, умер вы вообще? Возьмешь велик вот это. Так, я его придерживаю, потому что иначе он уедет нахер. Держи быстрее, сувел. У меня тут какая-то... Блин, я не понимаю, что, как цепь-то разворачивать? Это прикол. Я не знаю, может быть, слушай, может у меня цепь спала там, я поехал с такой уже цепью, уже что-то как-то странно, она быстро, больно быстро скрутилась. И почему тут никто не катается? Ну, вроде тут не дроп, тут можно скатить. Прям аккуратненько на тормозах и передние, если отпустить вовремя, то, в принципе, выкатишь. А дальше вон просто вон на полке надо вытормаживать. Подожди, дай я его на полку съеду. Так, теперь Вадим едет. Едь, едь! Вадим проехал. Не поеду. Ну чё? Я не поеду. Да я тоже не хочу.